Шашка драгунская, солдатская, образца 1881 года. Вставляется в такой вот замечательной полиэтиленовой упаковке. Из бонусов, пожалуй, только дешевизна. Но вы не волнуйтесь, мы вам ее при отправке очень хорошо запакуем. Получите изделие в целости и сохранности. Давайте снимем эту самую замечательную упаковку. Данное изделие является копией, макетом, то есть новодел. Это не настоящая шашка. Длину увидите где-нибудь на экране по материалам. Ножны у нас выполнены из кожи заменителя, прошиты. Кривенько, но имеем, что имеем. Это вставка металлическая, видимо, латунная. Латунный поясок, кольцо, видимо, для темляка. Ну или для ремешка, на котором это изделие будет крепиться, как я понимаю, куда-нибудь на пояс. Гарда также выполнена из латуни, ну или из какого-то желтого металла. Клинок, как видите, абсолютно тупой. И заточки не поддается. Это, я так понимаю, но тем не менее, это сталь, как видите. Гарда не крашеная, все-таки действительно, видимо, из какой-то латуни. Заточки данное изделие абсолютно не поддается. Во-первых, это не очень законно. Во-вторых, скорее всего, вам этого просто-напросто не удастся сделать. Данный сплав, хоть и стальной, но, я так понимаю, по закону, если что-то мягче 25 единиц по Роквеллу, то это не считается ни в коем случае оружием. Также существует закон о традиционном оружии. Возможно, это изделие попадает также и под него, так что без проблем данное изделие вы можете приобрести. Данное изделие является сугубо сувенирным, я думаю, сами это прекрасно понимаете. Кому-нибудь в подарок, либо повесить куда-нибудь на стенку. Также подойдет, может быть, для реконструкции, для театров, кино или каких-нибудь исторических или псевдоисторических фотографий.